Итак, всем привет, ребята, это уже седьмая часть выживания в мире паразитов. Так вот, уже утро наступает, посплю еще чуть-чуть. Так, вот еще вот утро наступило, и сейчас мы выйдем. И спрашивайте меня, почему я голос такой, потому что я проснулся еще. И сейчас на часах 8:34. Не подходи ко мне, пожалуйста. И не трогай даже. Фу, блин! Испугался я. Где еще один маяк? Я слышал колокол. Шо, не дополз? Ну и молодец. Так, вон там еще паразит. И вот маяк. Надо бы его уничтожить. Только не ты! Только... Только не ты, не прыгай на меня, пожалуйста. Я скоро меч уже помрет. Только не ты тоже! Короче, мой меч железный уже при смерти находится. Ай, нанес. А, он не наносит мне не так много урона, когда я в железке. Ой, черт, мало хп. У меня уже 22-й левел. Ну все, грохнул, чувачка. Я пока что закрою свой дом, чтобы в него никто не поранил. Все. Ну все, иду к маяку уничтожать его. У меня уже меч в присмерти находится. Еще ты. Удара. Так, вот инфицированный блок. Шрака блок. Ладно. Оставлю где-нибудь сюда. Ну все, идем в шахту. У меня уже меч в присмерти находится. И надо делать запасной. Пока не поздно. Так, опять эта летающая штука, которая бабахнет в любой момент. Ага, рупторы. Рупторы баглины, они меня атакуют. Кыш от меня, плохие мальчики. Фух, мало хп осталось. Хаваем, хаваем, хаваем. Ну все, баглинов я не буду трогать, а то у меня мало хп. Только не инфицированная овца. Ну ладно, с кирки получай по башке. А, я думал, что она сейчас будет биться в конвульсии и взорвется. Так. Кстати, а где тот самый... Удвигался, пока я к нему лицом не повернулся. Умный руптор. Так, опять эта летающая штука. Кстати, а где же скелетон тот самый, который не двигается? Ну, сейчас мы его найдем, походу. Вот руптор. Так, какой-то фиалка какая-то. Так, там руптор. Так еще там паразиты. Да не, у меня уже меч в присмерти. Опять ты. Да сколько вас тут? Вас трое. Хотя.
Трое против одного же ж нечестно. А вот один на одного, честно. У меня уже 23-й левел. 23-й левел. Ну где-то здесь пещерка, я помню. Да, вот она, та самая, в которой я еще в первой части копался. Да. Только не вы. Мой меч уже в присмерти находится. Ага, ща лопнет. Лопнул. Как воздушный шарик. Ага. Вот еще зараженная корова там. И опять эта штукенция. Ага, все, не успел. У меня уже 24-й левел. Так, надо уже спуститься в пещерку. Ауч. А то мой меч уже при смерти находится. Ну, вы видели, сколько у него прочности осталось. Он уже при смерти. Так, черт, у меня еще и железная броня. Ой. И железная броня сломается скоро. Пил, 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 пил. Так, вот еще Игорек. Короче, мы в пещере будем долго копаться. Долго, короче, мы будем копаться. И, кстати, у меня уже 24-й левел. Так, вот еще же косик. Надо нам еще найти алмазы. Алмазы еще надо найти. Так, тут еще озеро небольшое. Еще и горел. Так, опять паразиты. Боюсь, что он сзади меня подойдет и такой чик, и все, я потерял свои вещи. У меня же меч в присмерти уже, как вы знаете. Ну так что всем пока.